Нажарил рыбов! Какой счастливый котик, вы только посмотрите на его выражение мордочки. Что ты смеешься, себя вспомни. Ты застрял на нелюбимой работе 24/7, ржешь надо мной. Так что просто помоги. У самурая нет цели, только кусь. Кусь для коте важен, когда лепестки касаются воды. Прыжок будет стремительным. Это я каждый день. Доброе утро, как спалось? Кто пишет его так всегда? Да. Вы вещи продаете? Нет, просто показываем. Красивые. Ёлку еще не поставили, нечего ронять. Уже поел, больше не дают. Постоянно пачкают шерсть своими руками. Запретили жрать цветы, щипают за жомпу. Из лотка пропадают какахи. Мандаринами воняет на всю квартиру. Ох уж эти кошачьи проблемы. Ну, допустим, мяу. Кто пишет, будьте осторожны, не кормите его после полуночи и не позволяйте намокать. Ха, это типа шутка, что он гремлин. Боже, какой это старый фильм про гремлинов, а? Никто, кошка ночью. Но смогу ли я набегать 10 километров, не выходя из квартиры? Не проверишь, не узнаешь. Тыгадык, тыгадык, тыгадык! Совсем другое дело. Мне нужно, чтобы ты стал серьезным. Ладно. Серьезно, будь серьезней. Еще серьезней. Нужен браслет, который вместо шагов считал бы, сколько километров кошки сегодня было поглажено. Еще 500 и норм. Когда ты уже умер, но коты все равно просят жрать. Наташ, мы жрать хотим. Наташ, мы тебя с того света достанем. Наташ, мы тут сатану вызвали случайно. Катану. Кто пишет, смерть не оправдание, Наташ, будем наводить потустороннюю суету. Если вы вдруг не знаете, что подарить любимой на 8 марта, то представляем вашему вниманию котомки. Кто пишет, перестаньте убивать котов ради котомок и изверги. Ваша зарплата будет начислена 25 числа. Я в 0001 25 числа. Ну где там уже? Я уже кушать хочу. Котища! Котища поменьше. И счастливая котища. Лучшее средство для обогрева души. Любимый сериальчик под вкусную пиццу. Я. Опа, кексик конфискуется. О, лицо деда просто. Достойно Оскара. Это я пробую применить новый научный метод в решении своих рабочих задач. Работа, работа, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. Предложение дня. В топку эту работу, пошли ни хрена не делать. Когда легли спать, но ты напоминаешь ему, что надо пожрать. Обычно я напоминаю, что надо пожрать. И иду жрать сам. Песенка кота по утрам. Расцветали мисочки с едою, с горки корм манил меня с утра. Ты гыдыкал прямо над тобою и орал по духам мя-мя-мя. Я, мне нужно, чтобы ты понял, что ты единственная причина, по которой я все еще на этой планете. И мне нужно, чтобы ты жил вечно, потому что я не смогу справиться с этой жизнью без тебя, понимаешь? Мой кот. Бя. Алло, да, принято. Начинаем тыгыдык ровно в 3 часа ночи. До связи. Когда попросили выбить ковер на улице... Да чё ж ты такой тяжелый? Учителя, школьные годы – лучшее, что с вами случалось. Я вспоминаю свои школьные годы, да. Я, когда оставили присмотреть за чужими детьми. А чё я? Мне-то за что это? Первый раз вижу, как шерстяной носок улыбается. Больше на коврик похож какой-то. Он так растёкся. Когда не смог найти переноску по размеру. Да нормально, по размеру, чё, щёчки торчат и ништяк, а кот поместился. 24 ноября отмечается День моржа в России. Чё ржёшь, какая экология, такие моржи. Когда открываешь глаза утром, что ты делаешь в первую очередь? Обычно я просыпаюсь за 5 минут до будильника. Закрываю обратно глаза и пытаюсь выжать максимум. Если у вас дома живет такое пушистое чудо, то самые популярные фразы за приемом пищи следующие. Да ты такое не будешь, я же знаю. На, понюхай, говорил же, что ты не будешь.
А как же фраза «Ой, смотрите, надо же, ест!» Нашим каталогам удалось сфотографировать процесс создания черной дыры. В твоем бюджете. Мои соседи. Дорогой, где кувалда? Нужно срочно ударить по полу. Только после того, как поскрипим кроватью. Мама, можно я поору? Конечно! Вы охренели там, что ли? У меня прямо сейчас соседи орут. Ну там дети скачут и орут. Надеюсь, вам их не слышно. Почему они не разрешают мне съесть весь корм? Они всегда запрещают есть столько, сколько я хочу. Когда они будут спать, я сожру весь корм. Сожру весь корм на этой планете. Я уже давно не ребенок, видел многое в этой жизни. Поверьте, меня очень сложно чем-то впечатлить. Тем временем первый снег падает. Гирлянда мерцает. Пациент, как вы себя сегодня чувствуете? Просто волшебный доктор, что вы мне дали? Мы дали вам побыть без родственников 24 часа. Вау. Раньше ты выглядел намного лучше, чем сейчас. Какой у тебя график на новой работе? Сутки. Сутки через двое или трое? Сутки через силу. Было бы лучше покупать мандарины ящиками. Ты только подумай, стоит у нас ящик в комнате, и целый месяц не надо ходить в супермаркет. Или полдня. Или полдня. Добрый вечер, техподдержка на связи. Если коротко, в чем заключается ваша проблема? Так-так, сейчас посмотрим. Ага, ну понятно. Вам надо покушать. Когда кто-то пытается вытащить тебя из одеялка на холодную улицу. Выходи. Неть! За секунду до звуков мата. Бздыньк. Мне так нравятся ее изгибы. Ее изгибы. Моя кошка спокойно спит и не реагирует на шум. Кто-то шуршит пакетом. Кошка. А? Где-то жрут без меня? Я раньше. Работаю 5 дней в неделю, вечером учусь, весело провожу время с друзьями, хожу на свидания. Я сейчас. Так, завтра утром мне надо в поликлинику. Больше ничего планировать уже не буду. На всю неделю. Посвящаю тебя в кусь, цари. Это честь для меня, милорд. Я клянусь орать без причины, бегать из комнаты в комнату, валяться на постиранных вещах и грызть орхидею. Во славу котейшества. Он. Вообще-то я взрослый и самостоятельный парень. Сам могу все решить и не надо со мной нянчиться. Так же он. А что покушать? Не видела мои ключи. А где мой паспорт? У меня температура. Неправильно, неправильно. Да нет же. Правильно. Продавец утомился. О, продавец, я его даже не сразу заметил. А вы кем работаете? Я кое-кто. В смысле? Ну, работа такая в редакции, исправляю ошибки в текстах. А, коектор. Кое-кто. Мама, меня исключили из школы. За что, Машенька? Не знаю, наверное, под сокращение попало. Вы признаете, что я гений? Да, мы уже вызвали санитаров. Да блин, почему все так делают? Идеальный лоток. Бесконечный. Но зато до еды очень далеко. Вот и тесто поднялось. Запакуйте мне одного. Подушечку одну, полосатую. Заряжается к ночной охоте. У нас в гостинице сейчас маленький поток людей. Работы толком нет, так что главной проблемой дня стало то, что у нас поссорились коты. День второй, коты не мирятся. Вон та чертяка с дивана терроризирует Пушистого. А повод? Это выяснить не удалось. Прошу продолжать наблюдение и докопаться до сути. Нам уже всем интересно. Профессиональный провожающий. Проводница поезда Псков-Москва кормит кота Феликса во время короткой остановки в Старой Руси. По словам женщины, в течение нескольких лет кот каждый день в 22:40 приходит к хвосту поезда. Феликса знают все проводники и заранее готовят для него угощение. Хихикает по-злодейски. Хе-хе-хе-хе. Кот сутулый. 7-летняя я, когда в словарном диктанте написала «аптека», а потом на улице увидела надпись «оптика». Мамочки, этого не может быть. Капец, вот это ты ошибочку допустила, конечно. Когда ты разбудил своего кота, а не он тебя. Не, ну это уже издевательство, конечно. Лучше бы тефтелей налепили. Согласен. Мам, дай мне 20 рублей, я их отдам тому бедному дедушке.
Ты моя умница, а где дедушка сидит? А вон там мороженое продает. А-а-а. Где у вас болит? Здесь. Это не мой участок. А чей? Это было великолепно. Шепните еще раз мне на ушко эти три слова. Ваш кредит погашен. О, да. Посоветуй что-нибудь посмотреть. Посмотри, во что превратилась твоя жизнь. Хе-хе. Шелестеть, не перешелестеть. Все-все пакеты мои? Да, котик, дарю. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Приобретайте нашу с Аленой книгу, которая называется «Привет, мир», и которая доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.